Используй промокод FIRE11 и получи 40% к пополнению. Пополняешь на 100, получаешь 140. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем открывать сборки MyCSGO, но самое забавное, что мы не будем открывать тайны, мы будем открывать только вот эти вот три кейса, и мы проверим, можно ли с них по-настоящему окупиться. Я думаю, что вполне есть шанс, если вот этот кейс за 3... скин за 3600 выпадет, но давайте посмотрим на... прогресс, и выпадает нам 1800 с первого спина. Вы просто представьте, просто с первого спина окуп дает. Ну, пока что 337, но пошел вот этот слив. Ну, и я так понимаю, с этого кейса надо временно уходить. Да, временно уйдем с этого кейса, и давайте откроем запрещенное. Ой, я all-in случайно нажал. Я по привычке 10 нажимаю, и все, походу это слив, да? Да, походу это слив, ребятки. Вот так за ошибку и платят. О боже, ну ладно, придется теперь с нуля подниматься. Давайте по одному пооткрываем. Ну что нам терять? Так, ну это минус, как обычно. Спасибо за то, что я такой дурачок. И походу это все, да, конец выпуска. Или нет? Или все-таки чудо какое-то случится, которое... О, 3000! Еще раз 3000! Это баг, что ли? Обузим баг? Нет. Ну, два раза выпало за 3000. Я думал, что я взломал MyCSGO. Но взлом не сработал, поэтому назад. Кстати, вот засекреченное. Элитное снаряжение, кстати. 800 рублей окуп. Боже мой, ну как же так просто? Два раза 3000 куска, и мы сейчас все снова сливаем в ноль. Как будто бы сценарий, ребятки. Как будто бы это сценарий для инсталуза. И мне это начинает уже не нравиться. Абсолютно не нравится, потому что мы уже 2700. Мы возвращаемся к ужасному событию, ребятки. Самому ужасному. И как мы видим, все идет к нулю. И неужели это прям настолько я невезучий, что я буду каждый раз лузать? Я не поверю в это просто. Я не верю. Ну да, череду словить только я могу. Это просто кринж. Ладно, ребятки, давайте пойдем майнинг. Да-да, нет-нет, чисто Сайрекс хочу. Давай мне хотя бы вот этот Сайрекс обычный. М-ка, кстати, выпадает неплохо. Но все равно мы в таком минусе, что это тильт, расстройство пищеварительной системы, всего просто. Посмотрите на это. Опять минус. Ну что это такое? Ну пожалуйста, ну не сливай. Не сливай, дружище, пожалуйста. Подними меня прям с небес. Ой, с небес, в грязи. Ну, СГС. Сайрекс. Ну, неплохо, окей. Окей, двигаемся. Ну, нет, ну, пожалуйста, ну, хотя бы хоть что-то, чтобы вернуть весь балик. О, Скар! Отлично. Я уже испугался, думал, все. Ну, ладно, продолжаем выпуск. И давайте добьем все-таки засекречено. Потому что я считаю, что это несправедливо, когда тебе столько раз. И спасибо большое, что первый раз окупил. Это не окуп, но небольшой минус. А, небольшой минус. Пожалуйста, может гидропонику в компенсацию моральный, за моральный ущерб, знаете, там. Обычно за моральный ущерб платит MyCSGO. Ну, снежное, почти принято извинение. Сказал бы я, если бы окупила, но даже сейчас не окупает. Надо было остановиться. Электрические ули, это сколько? Ладно, извинение чуть-чуть принято, но не до конца. Сколько? Нет, не принято. Ладно, уходим с этого кейса. Все. Я понял, что он не в духе выдавать. Пятна от краски, фу. 1900, ладно, не фу. Пожалуйста, вот. Просто вот возьми и дай мне дроп. Колония 4 или 6, что? 4, по-моему. Ладно, давайте запрещенный, бам. Опять мисклик, ну что ж я творю такое-то, ребят, что же я творю? Я по случайности мискликаю, и, по-моему, все, это конец. Это конец, да. Нет, 1400, ладно. Это не, почти конец. И тут конец, да? Все, прощай. Ладно, не прощай. Ну, нет. Я хочу прям, знаете, как в тот раз скин... Что это такое? 400 рублей. Ну, давайте еще раз откроем и пойдем отсюда. Ладно, походу придется все слить в майнинге. И походу это все конец. Конец выпуска. Потому что, ну, я походу все слил. Ну, давайте на этот раз хайпер. Ладно,
пофиг, докрутим до нуля уж. Да-да, нет-нет. Авик с первого спина, найс. Еще авик. Нет, ну конечно, сейчас у меня шанс, конечно, большой, что я 10 открываю, да? Но в два раза авик, чтобы выпал, это надо, не знаю, богу помолиться. Свечку поставить. Кстати, хайпербист, это 1000 рублей, я думал, он 200 рублей стоит. Я всегда забываю, сколько стоит инвентарь. Ну ладно, ладно, давайте так уж и быть, так уж и быть. Откроем тайное. Все-таки я решил тайное. Тайное. Аквамариновое вместе это сколько? 1200 это минус. Это тоже минус. Это тоже минус, ребятки. Походу сегодня день анти-день. Тоже минус. Золотой карт на сейвит. Ладно, отходим. Давайте вот дигл, просто 10 штук диглов откроем. Бам-бам-бам-бам-бам. Не повезло, не повезло. Не повезло, не повезло, не повезло. Ну, на самом деле, ладно, повезло. Так, хорошо, давайте сюда глок. Глок тоже интересный кейс. Достаточно. Ну, типа, сойдет, сойдет. Но не так, что прям хотелось бы. 600 рублей мало. Давайте 5-7, может хайпербист выпадет, да, поглядим. Ну, разоренная толпа нас вроде сейвит. Меня не сейвит. Нифига подобного, ребятки, ничего меня не сейвит в этом деле. Давайте просто до нуля крутить, что ж. Может, нам реально выпадет 2 хайпербиста. Хотя тут шанс не такой уж велик. Но есть шанс. Но есть самое главное, что есть. Мне кажется, майнинги даже побольше будут шансов что-то выбить. Потому что, ну, там... Там хотя бы... Побольше на 5-7. И кейс стоит дешевле. Ну, тут что может выпасть? Что за 10 тысяч может выпасть? Из-за этого кейс так дорого стоит. На самом деле, тут может на самом деле так повести, что все. Это будет все. Ладно, выходим с 5-7 и давайте юсп напоследок просто откроем. О, я дебил! Какой же я тупой. 5000 оранжевый ананас. Все. Это победа, ребятки. Наконец-то. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.